Вы знаете, при всем при том, что я работаю в ночных клубах, я никогда туда не хожу. Потому что мне там неинтересно, совершенно бесперспективно. Если я хочу каких-то сексуальных эмоций, я, естественно, найду это в интернете. Это достаточно легко и просто. И более того, по интересам. И более того, я найду интересного собеседника. Я все могу найти там. В клубе я не имею возможности, например, беседовать с человеком. Там настолько громко играет музыка, что я не понимаю, какое вообще там может происходить общение. Напиваться, но я пью достаточно мало. То есть музыка, ну, я не люблю такую громкую музыку. Я все-таки люблю больше анализировать, и поэтому для меня музыка должна играть в идеальных колонках, и, соответственно, чтобы я мог это анализировать. Поэтому для меня ночной клуб как явление совершенно бесполезно. И если бы я был более-менее властным человеком, я сказал, запретить бы и все. Но если эти заведения кому-то нужны, если туда люди ходят, и если они ходят туда, они выходят на улицу и не бьют морды друг другу, то я считаю, что пускай будет ночной клуб лучше, чем неудовлетворенные сексуальные, либо эмоциональные, либо прочие амбиции. Не надо запрещать. Надо просто... Да, нужно контролировать. Да, я не люблю, когда о ночных клубах говорят, как о наркотических притонах. Не люблю. И я надеюсь, что если это и есть, то это не повальная ситуация. Потому что действительно, когда я бываю в ночных клубах, и действительно в тех ночных клубах, в которых я бываю, где мы выступаем и работаем, наркотики, я не замечал этого, честно.